Здравствуйте, здравствуйте, дорогие жители нашей замечательной, уютной планеты под названием Земля. Вот, как обещал, в 21 час выхожу с песней. Сегодня Алла Владимировна, вышла, приветствуем, Александр Кукушкин. Здорово, уже два зрителя есть. Сигнализируйте, как там чего. Ну и там можно 2-3 строчки, чтобы я потом кого пропустил, не увидел. Алла Русина, Галина Кондрух, Алексей Киселев, Ольга Вершинина, Сергей Михайлушкин. Мы, значит, как обещали, значит, с нашим оператором эфира Еленой Пинчук уже с вами. Привет из Майами. Привет, Майами. Вот. И сегодня у нас в студии полный беспорядок. У нас сегодня гости из Перми. Вот. Маша Горбач. Я хочу сказать Горбач, потому что Горбач – это Америка, а Горбач – это Пермь. Андрей. Вот. И они нас сегодня сопровождают в этом праздновании дня. Дня знаете кого? Дня водителя. Не знаю, каким образом. У нас автомобилиста. Вот, автомобилиста. Ну да, у нас песня водителя. Поэтому сегодня мы исполняем песню водителя. И хотя песня водителя не является такой уж редкостью на наших концертах, она записана и существует уже и в электронном виде, на диске, и клип на нее есть, что мы, кстати, сюда закинем вниз под вашими комментами. Обязательно закинем текст и аккорды, и причем видео-вариант студийный. Да? Но почему я его сегодня исполняю? Редкость. В чем фишка редкости? Да? Или редкость фишкости? Дело в том, что мы сегодня сюда засунем один куплет, который не исполняется ни на концертах, ни в студийной записи. Это экологический куплет. Наши друзья из Перми вот послушали, сказали, надо экологически обязательно петь. Ну, раз надо, значит, споем. Итак, вы все готовы? Украина с нами. Украина! Добранич уже, наверное, нет, еще не Добранич, добрый вечер. Вот, хотя, добрый вечер и всем остальным. Пуэрто-Рико еще не полный вечер, еще там где-нибудь. Да нет, у них где-нибудь. Пуэрто-Рико, Америка, кто там еще у нас есть. Все, начинаю петь. Итак, поздравляю всех водителей, желаю, чтобы не засох аккумулятор, радиатор, что там у него еще есть. Генератор. Водители, слышите меня, нет? Не слышу. Где же ваши ручки? Ксения Фурман. Привет, коллега. Очень рад. Ключ на старт. И внимание включено. И открылся широкий простор. И в надежде на самое лучшее замурлычет кормилец мотор. Замелькали леса и обители, и рассветы сменяются тьмой. Ведь у водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой. Ни начальство, ни нравоучения, и никто не стоит над душой. Только ты да твое приключение, и твой мир бесконечно большой. Вспомнил детство, советы родителей, ту весну, что случилось зимой. Ведь у водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой. Тут смешные и странные случаи, новостей всякий раз череда. Даже если маршруты изучены, рейс на рейс не похож никогда. Сверху ангелы, эх, покровители, наблюдают за трассой рекой.
водителя, у водителя есть дорога из дома домой. Из дома домой. Леги трасса, подруга серьезная, строже всяких любовниц и жен. Бросишь мусор, накажет по-взрослому, не хами и не лезь на рожон. Тут не гонки, здесь все победители, доберись до машину умой. Ведь у водителя, у водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой. Снова старт, и задание получено, и открылся широкий простор. И в надежде на самое лучшее мы несемся меж сосен и гор. Пусть простят все, кого мы обидели, час, когда день сменяется тьмой. Ведь у водителя, у водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой, домой, домой. Дорога домой, дорога домой. И приехали. Еще раз обнимаю всех водителей, пассажиров, их детей, их родителей. Кто сидит? Миша Борзыкин. Миша, привет, коллега. Миша где-то в Швейцарии сейчас находится. Ну, я слышал, Миша, ты где-то сейчас за границей. Но я еще здесь. Тоже кто-то за порядком следит в стране, правильно? Вот. Что еще? Значит, напоминаю, что там внизу сейчас закинем текстик. Текстище. Вот. И эта песня отличается от студийной тем, что у нее есть экологический куплет. Наверное, все. Привет с Мальты. Привет с Мальты. Мальты, привет. Вот. И сейчас, кого не успел заметить, напишу отдельно. Все, с вами была песня «В 21» и ваш Михаил Новицкий. Счастья всем.